Югорчан, возвращающихся домой из заграничных поездок, будут встречать напоминанием о необходимости сдать ПЦР-тест на коронавирус. Ролики с таким содержанием планируют транслировать в аэропортах, ЖД и речных вокзалах региона. Предупреждающие таблички появятся и на дорогах на въезде в Югру. Напомню, по требованию Роспотребнадзора, граждане, прибывшие из-за границы, в течение 3 дней должны пройти исследование на наличие коронавируса методом ПЦР и разместить результат на едином портале госуслуг. За несоблюдение сроков предусмотрена административная ответственность.